Google Slides, как обычно, очень-очень похож на то, что есть в PowerPoint, но основное отличие в том, что сам Google Слайд не содержит инструментов для работы с инфографикой. Все то, что вы хотите сделать, вы делаете в связанном документе таблиц. То есть для того, чтобы вставить диаграмму, вы создаете документ Google Sheets и диаграмму делаете в нем. Она будет уже только отображаться на слайде, а вся работа будет идти в другом документе, что, конечно, нарушает принцип единого окна. Точно так же меню «Вставка», «Диаграмма». Здесь 4 варианта, но, опять же, это только первый шаг. Затем можно изменить и вариант тип отображения данных, и вариантов будет больше. Можно выбрать, опять же, документ уже в таблицах и взять из него уже полностью готовую диаграмму. Разницы нет никакой, потому что, вот как вы видите, то, что вставлено на слайде, никаких настроек не имеет. Можно только открыть исходный документ и поработать, собственно, в нем. Откроются привычные Google таблицы. Здесь будет документ, здесь же будет отображаться диаграмма. И вот уже по щелчку в правом верхнем углу диаграммы на вот эти вот три точки можно открыть редактор и здесь с самой диаграммой поработать, добавляя и изменяя, перенося данные. После этого вы вернетесь в Google Slides, и у диаграммы сверху появится вот такая вот кнопка «Обновить». Когда вы нажмете, данные обновятся, и график будет выглядеть так, как вы его настроили, собственно, в самом редакторе таблиц. Что-то можно включать, что-то можно отключать, но функции не меньше, чем Microsoft Excel, но вот как раз именно за счет того, что приходится работать в отдельном документе таблиц, а не на самих слайдах презентации, с Google Slides мне работать кажется уже не так удобно. Нарушается вот этот принцип единого окна, опять же нарушается дизайн, связь между документами, да, те цвета, которые вы применяете в своей презентации, автоматически в таблице не перенесутся, и придется вручную переносить цвета из документов, таблицы для того, чтобы правильно раскрасить диаграмму, сохраняя единый визуальный стиль. Опять же, надстройки. Как вы знаете, у Google Slides есть свои расширения, и какие-то вещи они позволяют автоматизировать. Например, если у вас есть большое количество данных с адресами, есть расширение геокод, которое вот по адресу, по пятому, соответственно, столбцу автоматически находит на Google Maps широту и долготу и затем позволяет генерировать вот такие вот карты, распределяя, группируя все числовые отметки. Мне кажется, очень и очень удобно. То есть для того, чтобы делать инфографику на слайдах, Google Slides мне показался не самым удобным сервисом, но для каких-то сложных типов инфографики у Google Slides много интересных надстроек.